Помнил, все знаю, все Надеюсь, выучил, с надеюсь. трансляции не включил. А все потому, что таблетки кончились, пацаны. Колес нету. Так, пожалуйста, тебе универсальный дек я бы создал. Только до тебя. Ой, спасибо, Оки, спасибо. Теперь надо приехать и отдуплить их этой декой. Очень Покажешь? жестоко избить. Так. Мы готовы? Нет, мы еще не Если готовы. Оки готов, то тогда готовы. Нет, мы еще не Я готовы. Я еще готов, не но все я могу закончил. дек. Я, понимаете, я могу дек как Антасен, адапт, как хотите. То вы на ваши деки посмотрели, у него вот это больше, у него вот это Так, сейчас, больше. подожди, сейчас, секундочку. Я включу трансляцию. И разберемся, посмотрим деку. Так. Она уже должна идти, но идет задержка минутная. Так, вот моя дека. Наконец-то. Наконец-то. А вот моя дека. Так, так, Считайте, так, сколько у так, вас в так, так, итоге. так. У Меня меня семь. 6. Нет, 5, неважно. Много. Две карты я взял. Так. Ух. Все, сейчас смотрим деку. Могу выключать стрим деки. Да ладно уже, господи. Подожди, а где она? А, вот она. А давай быстрее, я стримил, чтобы быстрее пошло. Все. Где он? Вон, пожалуйста, да, быстрее. Так, спецназ. Ага, морская. Ага. Танков мало. Тунгуск неучкованные. Бук тоже неучкованный Тор. Аоки, возьми, пожалуйста. Да. Пожалуйста, разведку на Ми, на Ми-8 МТВ. Вот В это дополнение нужно. к этой еще одну карту разведки на Ми-8 МТВ. Еще, ну, у меня поинтов нету. Я должен что-то убрать. А зайди в самолеты. Мне кажется, у тебя много их. Вот этот выкинул. А... МиГ-29С, я думаю, не зарешает. Как вы хотите, ты хочешь вот еще что-то? А, Все. Т-80 ОМ. Еще? А, еще один тяжелый танк. Да. Танки. Вылучкануть. Все. Танки У тяжелые меня еще нужны. 2 очка есть. Танки тяжелые возьми, самые дорогие, которые остались. Какой-нибудь из вертолетов, либо К-50, либо либо Ми-28 можешь заменить на что-нибудь. У В тебя прошлых получается. битвах у нас было по 15 танков с каждой стороны тяжелых. Ну хорошо, по Знаете, 12. я I'm open for everything. Suggest something, I'll do it. Понял? Я ничего не понял. Предлагайте говорить свои варианты, он открыт для всего. Ладно. Так. Он понял. БУ, УМ. ПВО, ПВО. Это убрать. Да все, пойдет, пойдет. Все, лучканулись. Все без лычек. Ни одной Да лычки нету. все, пойдет. Нормально, нормально, пацаны. Надо Не 2 поинта еще душите. кинуть. 2 поинта. Возьми. А, может у кашки выбросить? У меня же есть. 2. Еще 2 поинта лишние остались. Да. 2 УМки, 2 БУшки. А какой-нибудь танк надо добавить? Я предлагаю или ушку, или образец. Вместо БВшек ушки добавить. Ага. Аоки, добавь Я. Т-80У вместо А тогда надо Т-64БВ. что-то убрать, товарищ. То есть... Т-64БВ. И тогда у меня еще поинты есть. Я Можно могу убрать чип вертолет. из танка выделать, где он. Вот это могу взять. Кидать. Это все плохо. Ну, это чип-щит, чтобы сняли. Тебе обязательно
5 вертолетов противотанковых. Так, ты хочешь? Я раньше так играл. Можешь заменить какой-то из этих вертолетов? Его okay. изначально убрать, добавить танк. Еще один, да. Окей. Okay. ПВО не хотите ему учкануть? Я не понимаю вас. А можешь ПВО улучшить? Так, в общем, я тебе скинул. Я могу улучшить, но просто это как называется? Ветеранство. Да, ну просто это они point уже high сделали, very high. Будешь закидать. А, окей, я отправил тебе в чат свой вариант деки. Возьми, посмотри. Так будет, я думаю, быстрее и удобнее, чем так советы накидывать 15 минут подряд. Ой, чат. Какой чат кинул? Чат в Wargame. В личное сообщение, красным шрифтом. Его нету. У меня нету. Хорошо. Я его кинул, ты мне кинул. О, господи. Точно. Вас двое, Оки, я перепутал. Ганнибал зашифровался. Отправил в Дискорд. Кто есть кто? Так, Бустар, что произошло с енотиком? Не знаю, что произошло с енотиком, блядь. Николай, привет, привет. Так, крот. Крот, крот, крот. Но Николай, это, все. Я тоже могу взять, мне это тоже пойдет, там просто меньше танк. Дело в том, что без артиллерии все стороны вытаскивают очень много дорогих танков. Понимаешь? И чем больше давай. Дорогих танков, тем лучше. Ну окей, давай начинаем. Я готов. Мы готовы. Ну, в устах пресса знать уже, мы играли уже. Если вначале мы сможем играть без танков с тобой практически в городе, в маленьком, то во второй половине игры нам все равно придется выкупать танки и воевать в полях, в открытых пространствах. Я получится понял, у нас там, не получится. Да, мы будем мою тактику играть. Ну да. Просто моя тактика лучше знала. Так, я дам CV-шку на Константин. Все просто найдет. Кто-то должен оставить, да. Ну, я могу оставить, но у меня только это нормалька. Вот это. Давай я оставлю. Я оставлю, я... конечно. Ладно, ты возьмешь. Хорошо, оставляй. Оставляй. Знаешь, что ты там slow? Slow едешь. Что вверху быстрее. Даже если ты через право едешь. Я боюсь, что вот по этой дороге может поехать другая колонна. И чтобы ее остановить, я еду по этой же дороге. Мы все равно в любом случае не успеем приехать раньше, чем они. А, и неважно, там, как быстро мы приедем. Ты можешь ехать по ближней дороге, а я пойду по дальней. Или наоборот, можем поменяться. Главное, перехватить удар. С их стороны. Мне танчик один взять? То у нас только пехота будет, чтобы он маленько сзади. Да, нужны танки. Танки надо будет вывести. Сейчас покажу. Вот на этот маркер и простреливать в дорогу. Все, что подъезжает. Как только мы займем пехотой город. Ну, у меня только теперь дорогие танки. Ну и замечательно. Ну, если город не так, тогда ух. Ну, давай так я сделаем, кто-то... Что тебе предоставить? А я впереди. Мне нужно, чтобы ты законтролировал вот эту дорогу. Вот, хоть птуры посади где-то здесь, не знаю, на чем-то разведку закрой ее. И в лес, ой, может, пехоту какую-то вот сюда кинь. Смотри, я 2 тунгуска взял, а тебе ПВО хватит или мне больше взять? Я взял 2 савы
и 3 куба. Я думаю, нам хватит 7 установок. Потом я куплю вертолеты со снабжением. Как я взял бук со старта? Так, я готов вообще-то. Аоки, зрители говорят, что у тебя прекрасный русский. А это что, зрители? Я транслирую наш матч на свой канал. Ага. Шик-шик. Так что нас смотрят 9 человек. 9 человек. 9 человек будут видеть наш позор. 2 штук. А смотри, я буду вот так ехать. Вот. Или как хочешь. Очень круто. Очень круто. Все правильно, я считаю. Миномет взял? Для дымов? Нет. Могу еще взять. Миномет, чтобы дымить там. Окей. Так, снайпер, ты масс вылетаю. А, да, я контролирую масс вылеты. А, Ярик. Знаешь, вот, или мы хорошо выиграем, или мы проебаем. А, да, это решающая игра. Это ж последний раунд или что? Да. Вы что, уже все проиграли? Счет 2-2. Нубс, да. Да, мы нубы. А где ваш парень, что, он не пришел или что? А какой? Замена в последний момент произошла. Мы его пока что заменили. О, из-за это мне позвали. Да. Ой. Ты играешь лучше, чем он. Откуда ты знаешь, это первый раз с тобой играл. Я ему рассказал так об этом. Мы с тобой уже играли. Ну мы нацию играли. Ну и что? Увидим. Фантом, фантом. Они опять делают то же самое, что и тогда. Сейчас 2 человека приедут на Елену. Необходимо будет защитить Иван. И забрать центр и кусочек Федора. Курнас! Понял теперь, Аоки, почему я еду по другой дороге? Да. Понял. Нет, мгач убили. Мятик, ладно. Нужен Б. Меркавы 3Б, Меркавы 3Б, Ярик едут. Готовлюсь вылетать. Покупайте антирадарники. Купил антирадар. Куда лететь? Пока никуда. Понял, сообщай. Они уже потеряли свои самые сильные самолеты. Вылетаем. Куда? На двойку. Ярик, УМ-ками принимай меркавы. Понял, понял, принимается. Так, твоя пехота идет. Тамхаты, тамхаты. Бомблю. Город. Они прыгают назад.
Так, думаешь, ты голос возьмешь, я могу с танками вперед. Да, по-хорошему надо, но там курнас в небе, осторожно. Мы должны выигрывать, у меня даже 3 человека, а не 2. Выигрывай время, я покупаю КШМ на 2. Я в рентгену не пал. Меркавы 3Б? Или... Понял. ПБО там... Хорошо, минус 2 курнас. Минус 1 ТУ. Давай, бомби их. Ну, он выехал. Да, мимо. Все мимо. Наверное, надо ламки поднять просто, да и все. Где? Я спецназ покупаю. Давай, спецназ. Я могу очистить. Я опять пробовал через воздух сыграть. Минут 2 меркава. Или ушла? Ушла. Отвожу ламки. У них падают самолеты. А КШМ на Харитон купите. Я куплю. Кошмовый звук. Так, значит, мы сейчас уже не возьмем 2. Наша задача убить как можно больше и отступить на свою зону. А половина единицы в срата. Ну, что поделаешь. Это так, информацию довожу, то, что та сторона уже не наша. Они вызываются массово, вызываются хорошо. Да, здесь дальше не имеет смысла уже пытаться заходить. А поинтов набрали. Занимаем Фёдор, занимаем... Вертолеты. Другие зоны. ПВО там не было. На единице не было вражеского ПВО. Вот это вот все можно отбомбить. Сейчас накоплюсь, буду бомбить. Бомбить лучше желательно, масс вылет. Могу прикрыть антирадарником. У меня тоже антирадар есть, но бомбардировщика почти нет. У них плюс 1, у нас КШМки до сих пор нет на Федоре. Ставлю свою. Я на Харитон вызвал. Аккуратно, там туры убивают БТРы вот эти. Сейчас. Поедут. Ты должен верить на них. Трей. Во, поехали. Красавчики. А вас зато сейчас убьют. Снайпер, не спеши, второй лет заходить, я бомблю сюда. Бомби. Так, а на миду у нас что? На миду я разобрал 2 меркавы топовые, вот ремонтирую танки. А в лес ты не заходил? Или там их много на миду, на Федоре? В лесу говно. Все, отступаем. В таком случае на свою 2. У нас есть преимущество по очкам. Возвращаем Иван и воюем за Федор туда, получается, так? Хорошо выглядит. Они потеряли основную часть ударной авиации, а мы, я надеюсь, нет. Мы нет. Только я потерял основную часть. Радарник будет потерян, да. Мы знаем, информация прошла. На Елене присутствует патриот. Вот
Ноны под ударом. Окей, okay, так, твой план, сейчас мы будем Иван держать, нажат, возьмем и пойдем на Федо. Да. Окей. Сейчас тебе быстро помогу. Танки, где танки? Я покупаю уже. Не, с мида. Там, где торнадо летает, аккуратно. Но танки выявят. Торнадо минус. Вроде, да? Где он ушел? Там апач летит. На танке. На ПВО? У меня нет, это не успел зарядки. У меня есть. Все, пошла контратака. Готовимся принимать. М1 на 2. Второй, где наступление? Бомблю вот сюда. Давай. Так можно даже к ним в обратку пойти в атаку, если они все здесь потеряют. Ну, вообще-то да. Давайте, действуйте. Я пока держусь. Все плохо, но я пока что держусь. Мид. Вот этот огрызочек займите, поставьте уже КШМ на Федоре. Плюс один надо качать всегда, когда это возможно. Да, согласен. Вертолетов сейчас будет уже достаточное количество. Буду делать вертозалет. Готовьтесь подавлять ПВО, если у вас есть чем. И вернее, как ПВО будет подавлено, оно захлебнется от моих вертолетов. Надо апачей сбить, там узко. Я еду, знать, что я там. Чтобы апачей сбить, надо Федор держать, чтобы не подходили магланы. Вперед ехать. Опять на центр. Да, вертолеты полетели. Их надо как минимум отвлекать. И, возможно, вызываться все-таки на однерку. На однерке сейчас ситуация довольно критическая. Держись. Что-то летает. А, там каты висят там каты. Апач летит на одну поднерку. Все, им дропа. Вертолеты полетели. Авенджер встречает. Один Авенджер не справится с таким количеством. Я понимаю, антирудар. Смотри, я сейчас дорогие танки купил, они на мид едут. Хорошо. Аккуратно. Переносим основное усилие на центр. Патриот уничтожен. Я один наверх тебе принесу и давай. Поедем. Ну, командирка. Абрамс найден. Кассеть, если можешь. ПВО подавлено. Понял. Блин, ну снайпер, нахуй ты столько поинтов въебал? Армию лучше бы взял. Какие вертораши сейчас по всю массу. Ой, гля. Минус там кат, минус там кат. Танки аккуратно. У
Максима 1 на 2 поставляет. Они бы раньше КШМ поставили, ёбаный в рот, чё с мидом вечно? Кошма едет. Кошма едет. 20 минут назад ещё говорил про КШМ-ку. О, леопард, стреляй леопард, стреляй на леопард. У нас мид маленько, контроль. Надо что-то сделать. Леопард сейчас во фланг буду пробовать постреливать. Там у них бас. Ага, у нас танков уже не осталось, да? Хорошо. Два пача минус. Командирку танк поставишь на фейду? У нас только один шанс. Сейчас не есть. В центр поедем. Покупаемся и центр. А, командирку убили, командирку убили. Надо покупать. А почи убили. Меркава. Разведки на миду опять нихуя нету, да? Минус одна Меркава. Не сливай мипав, подкопи еще немного. Да, я его оставляю. Там еще два пятые. А, вылетаю на базы Арао. Если у кого-то что-то есть. Так. Мне командику танк поставить. Подожди, вот танк да, есть. Да, да. Почему ты его вперед не поставишь? Тут же два командика стоят. А. Минус один бас. У меня вопрос вам. Нам надо тактику сейчас сделать. Мы пойдем еще раз на двойку, то мы Иван назад не возьмем. Да, Иван мы уже не возьмем. Надо по ситуации действовать. Если мы забираем вот эту вот позицию, мы сможем вернуться попытаться на двойку. Если мы эту позицию не заберем по маркеру, там на двойке ловить будет нечего. Я готовлю группировку. Сейчас. Которая будет помогать обстреливать центр. А пока отвлекаем. Наша задача быстро поменять направление удара, сместиться и разбить двойку в итоге. А я уже начинаю по-моему попасть на двойку. Дурак. Они теряют очень много самолетов, но у нас вот это командир место убили, пустое. Купите командир Сандра. Радарники. Да, парни, кубы не лычкованные.
Вот командирка. Так, ты покупаешь пехоту? Уже копишь? Да, я потихонечку подкапливаю. Командир, я тоже уже покапливаю. Командирка на Федор нужна. Я куплю сейчас. Так, а танков у нас больше нету на миду, да? Две ЛМ-ки есть. Я могу еще танк купить. Да, купи еще, пожалуйста, танк. Сильно, пожалуйста. Вы видели вертолеты, они закрыли вертолеты. Я танк купил. Абрамс, Абрамс, брейте Абрамсы. На халяву сливают. Счет один. Не отпускайте. Мувом вперед. М1 на 2 в эту позицию заходят, аккуратно. На меня там только бушка. Ну там 2 М1 на 2. Понял. Блять, у них еще плюс 2. Мы сейчас должны на точку наверх поехать. Да. Они туда поставили, вот он стоит. Там много брали. М1 на 2 вниз спускаются. Я вижу, трекаем, ничего сделать не могу. Радарники. Это нужно контрить. Они сейчас перережут всем город. Просто. Меня вот за танк едут. Так, начинаю заходить на двойку. Давайте, у них плюс 3. Вылетаю на Абрамсы. Абрамса. Ярик, ты точно на танками стоишь на месте, ничего не делаешь? Такой план? Ну и видишь, там в борт заезжают. Так ты как раз их фланкируешь. Мои танки только что лопнули. А2 умер. Один А2 умер. Что это такое? Бойте. Едут 2-5. Ай, блядь. Снайпер, ты убиваешь, то есть у меня в борт приехал или нет? Я стараюсь это убить. Меня тут вторая пока подлога. Я уже топ-купил. Сейчас топ еще потеряю. Да, топ потерял. Почему в центре только 2 моих танка? И не больше я. Да, мои убили, как твои. Я так понимаю, авиации больше нет? Не должно быть. Нам теперь перемолоть вот это все. Вот там топ выехал. Все.
Да, они готовы полностью. Здесь элита сидит массовая на этой зоне. Мы ее, к сожалению, отбить не сможем. Так, тогда действуем. Сливаемся как? Сюда не зашли, на эхо ничего, ничего нету. На миду тоже все въебано. Сливаемся, парни? ГГ? Может быть, дальше пушим, скоро кончатся юниты, нет? Ну, все равно пушим. У них конечно. Самолета нет, мы можем... Самолета, да, нет. Почему ты не помогаешь мне твердыми? Мы танки разобрали. Я вообще-то стреляю ими. Твои стояли. Там выехали два леопарда, твои стоят, мы и два танка умирать. Знаешь, они не пробивают. Надо близко подъехать в упор. Я вот сейчас в упор подъезжаю. Так ты и так ближе, чем я наполняю дистанцию. Так, от варди они лучше, чем спам, да, получается? Хорошо. Смотри, нам, мы если дальше пушим, я надеюсь, мы город возьмем. Там элита. Там Корс Марин, это лучшая элита в игре. Понимаешь? Понимаю. А подолго их так тоже нету. На двойке, вернее, на однёрке нашей танков нету вражеских, скорее всего. Они все вывели отсюда. Серьезно? А мне ты зачем говоришь? Можно пробовать контратаку. Ну так а что ты еще не пробуешь? Я к этому готовлюсь сейчас. Ты уже въебал поинтов 600 вертолетов. У тебя по денег нету, чтобы там атаковать. На миду все стоит, вечно чинится. Да, танки готовы, нужен спам. Нужен спам. Двигай спам вперед, я двигаю танки. Еще бы разведку. А, я сразу мой танчик по полу поставил с вами. Так, сейчас будет ответка. Они едут на нашу двойку. Я подержу. Так, а база кто-то будет убивать или чё? Да все танки работают против одного рифлмена? Все шесть? Ты уверен? Ну, рифлмена нет. А они справятся в шестером с рифлменом? Фантом. Блоки, блоки, блоки. Да, да, все танки в огне, понятно. Ой, ГГ. Сейчас твердые там стоят, пытаются стрелять. Один сломан, второй стреляет. Да, твердый мегатанк. Один леопард умер.
Твердый мощь. Так, чё, я отправляю вперед спам? Танки готовы? Так, а чё они битые, если они там с одним рифлменом дрались-то? Все в шестером. Схуя ли они битые будут? Отправляю вперед мясо, прикрывай. А два выехал, и там еще меркавые СТ-шки. Твердый получает в борт. Вылетаю на Абрамсы. Я вижу, что они в борт получают. Ты сам говоришь, прикрыть надо. Я стараюсь прикрыть. Не значит просто ставить борт. Здесь. Если что, у них примерно уже в полтора раза больше очков, чем у нас суммарно. Ну это уже проиграли. Думаю, уже 10 минут не наберем. У них все танки живы. Вот же рядом теретники стоят. Ну чё ты к ним не подъедешь, блядь? Ну стоишь 20 лет. Или мне скажи, чтоб я их поближе подтащил. В чём проблема-то? Снабжение полно. 20 минут танки не чинятся. Так потому что снабжения нет. Блядь, а это что такое? Так она ж просто там стоит. Ты мне тогда скажи, чтоб я подтащил. Я туда не смотрю. Не туда откидался. Подъехать там может не судьба. Сказать, блять, чел. Же... Ой, ладно, неважно, проехали. Двадцать минут не буду чиниться, но не подъеду ближе, блять. Ой. У меня свое снабжение потом было возможность. Его заартили, потому что снайпер отдал буквой фланг. Они увидели. Там три человека, его нереально было сдержать. Почему вертолет покупал? Якорями-то, конечно, нереально. Товарищ. Почему вертолет не каждый? Вертолеты, потому что было слабое ПВО у них там. Можно было вертолетами. Когда три человека, у них пулеметов хватает, чтобы сбить все твои вертолеты. Понимаешь? Да. Сейчас уже понимаю. Так, у меня нет еще. Эти танки уже. А, уже не надо. ГГ. ГГ. Спасибо, Оки, за игру. Мы с тобой молодцы. Ну, надо играли бы, выиграли бы. Мы выиграли за НАТО. Ну, за НАТО каждый сможет. Ну давайте, пока, have fun. Все, уходишь? А что мне делать? Не знаю. Смотреть реплей? Да.
Да, звучал. Сейчас будем смотреть репку, угорать. Вертолеты не зашли. Так, ну, если кто-то не в курсе, то это говорил столик на один матч. Дальше я не буду играть. А дальше и не надо. Дальше и не надо. Так, ну давайте чисто по фану еще посмотрим последнюю репку тогда. В принципе, я доволен. Сейчас их корейцы обоссут. Они на корейцев выходят? Да, они на корейцев выходят, nice. Которые балалайк обоссали. Найс. Nice. Как бы. Нет, подожди, мы посмотрим не последнюю репку, мы посмотрим другую репку. Так, парни, я отключаюсь, с вашего позволения. Спасибо всем за игру, спасибо, что позвали. Обосрались мы знатно, но ладно. Ну, было весело, это главное. Да, удачки. Было весело. Так, что я, собственно говоря, хотел сделать-то? Мы сейчас посмотрим две репки под конец. Последнюю и первую. Если я вспомню, где реплеи лежат. Так, и здесь у меня этой репки нету, да? Хорошо. Хорошо, погнали эту репку искать тогда. Это вроде бы должна быть она. А, можно же со стрима посмотреть, с трансляции. Так. Да, вот это должна быть она. Напоследок. Нет, не она. Не она. Тогда, допустим, вот так вот. Да, вот это вот. Это когда я играл еще на стриме. Да, блин, опять не та репка. Да, вот, я зашел в команде с командой рандомов против Тимы Гранда. Или Пандабанка, я уж не знаю, кто это такой. Кто у них там капитан. Погнали смотреть, что будет здесь происходить. И что будет происходить в последней игре. Насколько большая разница между этими реплеями. Так, мы за красных, парни за синих играют. Приезжает Грант на юаровце. Юаровец приезжает колесно. А, юаровец. Там едет Денис Доменос. Здесь также два человека. И один человек переключается с мида меркавами на эхо. Дальше идет со стороны меня лично пуш на фокстрот. На небольшой лес позади зоны. Битва в городе. Парни как раз тренируются для турнира. То за пару часов до первой игры. И внезапно все. На Чарли Грант заканчивается. Там баффалы эти не сработали толком, нифига сосеф не сработали. Заехали на линию подвоза подкреплений, как это по идее и надо делать. И потихонечку, ну, этих не поймал, следующих пойду буду ловить. С этой стороны парни приехали. И остались пока что в городе. Дальше они не могут пройти, там никого нету, но вперед поехать не решаются. Все, первый человек вышел,
Я так понимаю, это было сделано для того, чтобы дать другим игрокам поинты и танки. Здесь окончательно. Снизу БУхи контролируют, сверху объехали вилки. В городе практически никого нету. Вернее, не было изначально. И тут только сейчас готовится группировка для захода на Индию. Только сейчас, спустя 8 минут. Очень большая, колоссальная просадка по темпу у парней. Тем не менее, заход идет, но на миду, на Чарли игроки уже освободились. Игроки уже готовы помогать на Индии. Прилетают Q5D, толку с них немного, но все равно. Синяя команда не вытаскивает ни ДПСа, ничего, короче, здесь нету. Тупо рифлмены. 2-5 одна осталась. Сейчас базы приедут. Ну, базы немножко не туда приедут, на Фокстрот. Короче говоря, что-то какая-то херня происходит, да? Двойка отлетела, мид отлетел, на Индии так и никуда и не пошли. Хотя суммарно поинтов в 2-3 раза больше, чем у красных. Но движухи нет. Плюс 5 команда рандомов против тимы. Ну, собственно, все. Дальше мы можем не смотреть. Дальше будет такое сиделово. А теперь переходим к последней игре. Вот это вот, к сегодняшней. То, что было сейчас. 4 фоба. КШМки. Пах тигр на старте. Для подсвета, для контроля территории. Дальше. Один игрок идет на мид. Два игрока идут на эхо. Дзефа прикрывает в развертывание Галана-германца. Там он ехал сам. Здесь он пользуется помощью союзников. Тут и Кобра, и Дзефа одновременно с этим. Томаты уже в небе. Фантом 2. Я так не понял, зачем он нужен. Он ничего не делает, в принципе. Но ладно. Они, я думаю, уже понимают, что мы будем пушить двойку. Но даже если они точно не уверены, они готовы к этому варианту развития событий. Пошел заезд. Это не простые бомжи. Это Navy Seals. Это специалисты по убийству пехоты в городах. Тут мы не приехали на эту зону. Здесь у нас ПТУРы. И самое главное, что нету стволов. То есть якорь это замечательно, но они не продержатся против ГСных БМПТ и Брэдлей, которых потенциально следует ждать. 72-ки, вилки, мимоды, допустим, тут сработали бы лучше. С этой стороны приезжает также два стека, но это не два стека какого-то тупого дерьма. Это Корс Марина. Это лучшая синяя пехота в игре. Сразу же берется под контроль низ, причем под контроль берется двумя человеками. Да, двумя. Маглан, Некафы, Штутруппины, Милан. Меркавы бас до тех пор, пока не выполнили задачу минимум, пока не заняли контроль над Фокстроте, никуда не поднимаются. Сначала идет работа на своей зоне. И это правильно. Здесь снайпер зачем-то мипав спустил, у него зона горит, он спускает сюда мипав. Тут. Так, хорошо, отстрелил. Теперь назад. Все, отличный маневр. Дальше я могу даже не заходить. Здесь что у нас идет? Помните предыдущую репку? Заходим на эту зону. Я уже про это заебался говорить. Скоро перестану. Заходим, забираем этот квартал. Открываем огонь на прострел. Открываем огонь по дороге. Плюс к этому при необходимости можно расширить фронт наступления. Не ломиться через узкое очко, а двигаться сюда. Пока базы справа у М-ки на хотеле. Понимаете, да? Человек не приехал на войну с нашей стороны. Наш центровой не стал воевать.
я это уже неоднократно говорил, что эта точка забирается, мы по-прежнему обороняем хотель. Дальше. Синяя команда. Не стала в этот раз вытаскивать кучу бесполезной рифлы, не стала вытаскивать кучу спецназа, а сразу же подготовили ударку. Это стек US Маринов, это стек рифлов, которые как раз и помогут дать темпа. Одним мипалом, при том, что один внизу, ничего не сделаешь. На хотеле минус, абсолютный, задача минимум не выполнена. У Эмки спасаются бегством. Здесь это пытка отбомбить, судорожная. Я не попадаю, тут нет ультраспама. И корс-марины могут свободно прыгать между кварталами. Хорошее позиционирование, прекрасное позиционирование синей команды на двойке на фокстроте. И помните таймер? 0-0-32 было в прошлом реплее, когда парни пошли на Индию в атаку. Здесь 0-0-36. На 4 минуты раньше они сообразили, что можно двигаться. А причем, вот эта вся группа, она вообще никак не участвовала и не участвовала бы в битве в городе. Она идет своим маршем дальше, своей дорогой. Здесь нету ни одного юнита от нашего снайпера, который мог бы перехватывать и отстреливать на дальних подступах рифлменов. Дальше. Массовый заезд на Чарли. Надо было дальше кидать напалм. Я сам себе мешаю простреливать. Подъезжают ракетажи. Довольно неплохо при штурме кварталов. Давно хотел это проверить. Но не максимально хорошо. И я не могу реализовывать здесь свой ДПС. И также снизу тоже не пострелять. Снизу не подойти пехотой. А, понятное дело, что Чарли удержится по-любому. Вот по-любому. Даже несмотря на то, что тут большие потери довольно у пехоты. Дальше. Мы закрепились. Вернее, они закрепились. И вместо того, чтобы тащить толпы мяса, едет ДПС. Блять, ну это охуенно. Парни просто молодцы. Вытащили ДПС так, чтобы не позволять нам заходить дальше. Отбомбили в ушки. Ушки – самая опасная вещь, которая может не позволить проезжать М48-м. Поэтому они убрали ушки, а дальше, после того, как выбиты танки, наша операция здесь уже окончательно обречена. Мы и так-то ничего не можем сделать. А танки? 8-й ров, 20 поинтов, 5 штук, всего за сотку. Спокойно уничтожат любые попытки нас заехать сюда. Отличный темп, отличное позиционирование. Правильный выбор юнитов. Это просто играет другая команда. Еще раз, Сник, вот здесь встают танки и убивают все, что подъезжает наверх. Вот, вот эта точка контролирует Чарли. Два игрока, да хоть шесть игроков разобьются, пока не взято Чарли. Если мы атакуем Чарли, мы забираем эту зону. Без нее, ну, смысла нету. У нас поветрие остается на своей знахотеле. У него танки даже за хотель выгнаны резервистами. Сейчас будешь не рассказывать, сколько там игроков где слилось. Это командная игра, сливаются не игроки, сливаются команды. Вот она, эта дырка. Вот она. Все. Собственно говоря, в этот момент игра уже решена. По сути, дальше. Здесь что? Navy Seals, они не участвуют в битве. Абрамсы. Давайте посчитаем, сколько нужно залпов потратить якорям, чтобы убить Абрамс. Учитывая, что он попадает, наносит один урон за залп. Да нисколько. Любое количество не справится. Абрамсы просто уедут. То есть тут по-прежнему нет поинтов. И вот тут дальше что делать? На Индии посос, на Фокстроте посос, на Чарли посос. В этот момент можно, собственно говоря, ливать. Поэтому дальше мы просто наблюдаем за эволюцией синей команды. Это разные, это просто разные чуваки. Мне это безумно нравится. Как они начинали, еще до турнира. Примерно в таком же ключе они отыграли первую, вторую игру. И как они отыграли там четвертую.
пятую игру. Это прям супер. Сразу же пошла ответка. Ну давай. Она же сразу же пошла. У Эмки так и не приняли участие в бою. То есть на миду у нас никого нету по факту. Синюю. Вдвоем. Тут тоже кооперация между игроками. Идет Грант, идет Дриппин. Есть разведка, есть размещение юнитов. Если здесь стоит Милуима, тут однозначно не будет ПВО. Все, есть стак рифлов, стак US Marine, стак Navy Seals в городе. Больше ничего не надо. А остальное все едет на Индию. С якорями сражаться. Пошла ответка. У Эмки я не понимаю, почему на хотеле. Хотя они не приняли ни одной битвы в итоге. Но, к счастью, пролетаристы и механизованная пехота успели приехать, а там еще отбомбился кто-то. По ветре отбомбился Ярик. Все, теперь они слились. Мы вроде бы можем наступать. Но здесь корпус Марины, которые с самого начала игры сидят. До сих пор не убитые. Ну и все. Снова вспоминаем, как шла атака на первой игре. В первой игре. Толпа лайт рифлов. Теперь идут камваты. Куча ДПС, а пехота жить не будет вообще. Брэдлики были в лесу. Камваты. Зиппа. ЛВТП-7. М1А2. Абрамсы. До сих пор живые. Да, М113 выпиливают МИПАВы уже, дошли до этого. Там едет колонна, куда? На МИД. А чего ты ждал, Ярик? Вот что ты ждал, что тебе будут предоставлять спам, когда работа идет на двойке? Танки даже не пытался на Фокстрот вывести. Много синих. Дальше. У синих есть базы. И чтобы поддержать их, Грант не вытаскивает 2-5. До сих пор еще не вытаскивает. Он вытаскивает натросы, чтобы... Вот 2-5 только подъехали. Вытаскивает натросов. Чтобы было в первую очередь прикрытие у союзника. Оно быстро погибает. Ну, сейчас посмотрим, как будет развиваться событие дальше. То есть есть кооперация. Это не так, что я стою, жду на... отели до последнего. Все, Индию отобрали. Минус 2 человека на Чарли. На Фокстроте так никто и не появился в итоге. По поинтам, кстати говоря, все довольно неплохо. Сейчас. С учетом, что синие потеряли много поинтов в воздухе. И еще потеряли поинты при заходе на гольфе. Мы все еще можем вытащить эту игру. Все, что от нас требуется, это приехать и начать воевать на миду. Снова. Все почему-то пробитое, все застаненное. Синие убрали армию, можно продвигаться, идет продвижение. Но танки стоят. Танки на месте. Спам умирает отдельно от танков. Есть 3 бэхи. Хорошо. Зашли на зону. Плюс один. А вот дальше два варианта. Либо лезть дальше на Чарли, либо на Индию. Но мы выбираем на Чарли. Не знаю, может лучше было бы взять Индию. Отвратительное позиционирование. Тут никто не охраняет съезд. Вот здесь ставится, если ты потерял мид, здесь ставится какой-нибудь птур. Тут сохраняется что-то типа мимов.
Из-за этого погибла пачка пехоты. Пришлось возвращать танки в бой. Чтобы контролировать этот спуск, юниты ставятся вот примерно в этой зоне. Как раз для фланкировки, для фланкирования. Есть ПТУР, есть разведчик, здесь враг незамеченный не пройдет, в случае чего мы успеем среагировать. Но, синие вообще-то могли пройти вниз, и тогда бы для нас точно все закончилось. Уже сейчас. Вот здесь синие не доиграли. Не пытаться пробиваться тут, где их можно флангануть, а вот этот участок. Мы тогда не сможем подвозить подкрепление на Фокстрот в некоторой перспективе временной. А будем воевать за Кила, как раки. Есть туры, не хватает разведки, вытаскивается спам. Попытка отобрать Чарли, попытка уже бессмысленная, откровенно. Но, типа, блевать тоже не хочется. Как-то опять все танки пробитые. Сначала подождали, пока выбьют спам. Потом пошли воевать танками. Отличная командная работа. Глеб забрал еще Абраху. Уже наплевать. И ушки, вместо того, чтобы отстреливаться, стоят на месте. Корс Марины. Все, дальше ты уже никогда туда не зайдешь. Там Корс Марины. Если он будет отступать вглубь кварталов и контролировать ПВОшкой снизу, которая размещается вот тут вот, можно поддымить, чтобы не убили ПТУРы, даже нуровозы не помогут. Да при том, что тут еще нет ДПСа внизу. Надежный, хороший, качественный деф. Так, у Гранда скопилась куча поинтов. Лишние. Сейчас будет финальная атака. Потрясающе. Кост-эффективный размен на миду получилось. Получились. Парни супер круто разменивались танками. И по-моему... 2 пяток не вижу. Нет, вот они, 2 пятки. По-моему, тяжелые танки убивал только я и только с воздуха. Один Глебом забрал, один Бас забрал с воздуха. А, еще Абрамсов топового не вижу. Возможно, еще Абрамс погиб. Подушками. Снова УМ стоит. Ну, тут уже, конечно, разведки не хватает. Там еще был вертозалет, я его пропустил. Против пулеметов не попрешь. К тому же у парней очевидно, там Израиль. Там очевидно есть ствольное ПВО. У Израиля других вариантов нету. Есть Тварди. Тварди идеальный танк для борьбы с 2-5 и базами. Это прекрасный танк. Для того, чтобы вслить катку. А спама, разведки, прикрытия, ПВО не хватает. Не хватает. Более того, тварди стоят. Это чисто как в игре команды Путина. Сначала сливается океан, потом ЦКМ. Здесь такая же ситуация. А тварди стоят, тварди ничего не парит. Хорошо, Оки прикрыл наступление хейматшутценов. То есть они к нам не зайдут на двойку. Это чисто агония. Отличный напалм. Вот этот еще момент, пиздец. Все танки в одной точке. Один говнонапалм и все у нас застаненное. Танки сплитятся. Есть видос про Путина и про прошлый матч. Есть куча стримов, в котором разделяй танки. Разди, блять, ляй танки, чтобы фланкировать, чтобы не попадать под одну бомбу.
Ну как бы ладно. Там два пятки фуловые. Причем два пятки, пара. Еще один, кажется, два пятки отъехал. Нет, Абрамс жив. С одной стороны, два пятки от Гранда, с другой стороны, два пятки от Гранда. И пока два пятки работают, американец может передохнуть, для него целей нету. Дальше попытка захода на Индию, но это откровенно очередной шаг к отчаянию. Бесполезный, тупо слив поинтов с нашей стороны. Пошел спам. Танки в напалме постояли. Коммуникации никакой нету. Куча теретников. Я туплю, а Ярик ничего не говорит. А я просто затупил. Забыл про эти верты. Блять. Ну, блять. 6 косарей снабжения, пол фоба. Все танки. Чисто делайте, блять. Как это там? Ролики выкладывайте на все каналы. 6 косарей снабжения не может починить 2 танка. Ну и все. Запаса снабжухи нету, все поинты потратятся на армию с запозданием. Охуенная тема. Тем временем с красивой стороны. Огромная волна мяса, контроль ключевых точек, контроль одного леса, большой толпой мяса, контроль другого леса. Арты не хватает, чтобы убить все эти танки. И бесконечный ультраспам. Вот так это и играется. Бесконечный ультраспам, бесконечные размены, бесконечная битва и наступление. Ты просто всегда наступаешь в хорошем команднике, чтобы не давать врагу свободно себя чувствовать. И синие постоянно поддавливают. Приехало два стака штутрупинов. Космарины вычинены. Они с начала игры сидят. Их невозможно убить. Поехали образцы. Опять все в одном стеке, все в одной точке. Еще одного не хватает залета самолетов, чтобы потерять еще кучу танков. Ничему не учимся. Ну и в чем мораль-то? Вот синие провели работу над своими ошибками. Они увидели свои слабые места, увидели отсутствие ДПС, увидели слабый левый фланг и все исправили. Вот идет атака, точно такая же, как в первом реплее. Только здесь 500 000 никафов, 3 ХЦ Абрамса и 1 стек мяса. Помните, что было в прошлом реплее, что в этом? Прям... Как вас там зовут-то? Что-то Slaves Coalition? А, сделали работу над ошибками. А, у нас заезд на Чарли. Очередной раз. С отсутствием Фокстрота. Чарли всегда берут 3 игрока, еще раз теория. 2 на Чарли, 1 берет Фокстрот. Без этого Чарли не держится 15 минут. Максимум, что можно сделать, поставить кошемку на 5-7 минут, чтобы она съела поинтов чуть-чуть. В общем, парни, синяя команда, молодцы, прям безумно порадовали. Колоссальный рост над собой, колоссальный рост уровня всего-то за несколько игр. А красный позор. Аоки, кстати, ни при чем. Он пришел в последний момент на замену. Так что вот. Аоки, с Аоки все в порядке. У нас шансов не было сыграться. Так, теперь чатик. Я все это время игнорировал чатик. Теперь пришла пора прочитать, как вы ржете. Спасибо за игру. Да, вам тоже спасибо за игру, Феникс. Вы прям безумно увеличили свой скилл. У вас наконец-то появился шанс пройти следующую команду. Если хотя бы так же, как сейчас сыграете, у вас есть шанс. А есть шанс даже и выиграть. В конце слив мяса. Это было сделано, потому что тильт. Не знаю уже, к чему был написан. Где спам на вашей стороне? У нас 2 тварди из спама. И вторая часть спама померла на Чарли. На двойке. Опять мипавы на старте. Мипавы на старте 4 штуки сработают.
а не по одному на двух сторонах. Ты чат смотришь? Нет, не смотрю. У вас два игрока разбились об стак кросмаринов, самолетов. Нет, дельфины, они не для того, чтобы бомбить. Дельфины для того, чтобы не сбили основной самолет, чтобы он долетел и сбросил бомбы. Дельфины это не бомберы, дельфины это дроны, которые ловят снаряды. Так. Ну, собственно говоря, что там Грим всосал, что там снайпер 20 минут. Еще раз, колоссальный рост команды синих. Там совершенно другой уровень напора был, чем в первой игре. На двойке был посос, базара нет. Снова работа над ошибками. Парни увидели слабое место, исправили его. Взяли не говёный ЮАР, а корсмаринов. Надо было стопать их колонну. Каким образом? Там стволки. Там должны быть стволки по дефолту. То есть 4 соколя с Ми-17 это точно такой же рандом. Ты едешь, подразумевая, что там мех развертывания, а мех развертывания это всегда гепарды у синих. Гепарды и макбеты. И ты с 4 соколами въезжаешь в гепарда 1, гепарда 2. Один гепард собьет 4 сокола. Они высветили все это дело, они подготовились. И они запросто сбивали 4 сокола. Так, с вертами уже разобрались. Если ты видишь, что твой союзник тупит, скажи ему, что он тупит. Я там затупил с вертами, действительно. Тут базара нет. Мы собирались брать двойку изначально. Варно постал больше не будет. Блин, что-то чатик взбесился. Колбатон, спасибо за игру, вам тоже. Очень порадовали своей игрой, очень порадовали своим ростом, прям очень круто. То, что было раньше, то, что стало сейчас, это... Ну, у вас шанс появился на выход в финал. Да, командир, хуйня, всем донатить. Командир обосрался, всем донатить командиру. Ссылка в описании. Это пора ввести правила. Хочешь обосрать стримера, сначала задонать. Вертолеты подстанет, выгрузят часть армии. На самом деле тут неизвестно, что, как это будет выглядеть. Я уже показывал на своих стримах, как сбить все вертразвертывание, не высадив ни одного юнита и не потеряв никого. Это несложно. Знают ли об этом парни? Смогут ли они так разыграть? Кстати, вот Not Grand набил. Это он набил на нас, Саоки. Мы с Саоки до этого практиковали уже эту тактику. Ну, в этот раз не срослось. В этот раз парни оказались готовы. Заезд на двойку сработает, если вражеская команда не готовая. Вот. А тут они были во всеоружии. Так, кто еще хочет покритиковать Бустарда? Опять указать на ссылку в описании. Бустард непогрешим.
Запомните это раз навсегда. Если вы это поймете, вы сможете научиться играть так же, как синие. Ладно, давайте прощаться. Это было не так круто, как бам для меня. Для меня было не так круто, как для вас. Но для вас все-таки это было шоу. Особенно третья, четвертая игра, игры. Особенно третья, где Бустарт косетил сам себя. Все, всем счастливо, все свободны, слава сатане, все дела. Да, ссылка в описании чертова хейтера. G-Drive тебя тоже касается. Тебя в первую очередь касается. Хейтер чертов. Больше хейтеров ненавижу только... Да, в принципе, нет такого. Проклятые хейтеры.